Всероссийский студенческий и гражданско-патриотический форум «Россия – наш дом» пройдет в Иркутске в третий раз. Главный организатор – Иркутский национальный исследовательский технический университет. На сибирскую площадку приглашены 170 ориентированных на патриотическую работу студентов, представляющих российские вузы от Калининграда до Владивостока. Большая часть, конечно, будет представлена Сибирский федеральный округ. Все на данный момент субъекты нашего Сибирского федерального округа подтвердили свое участие. Мы ожидаем, что все города приедут. По России ожидается приезд 53 субъектов Российской Федерации. Ну, на самом деле, это большое процентное соотношение от количества субъектов в нашей стране. Приедут и высокопоставленные чиновники. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло уже подтвердил свое участие. Его встреча и губернатора Иркутской области Сергея Левченко с участниками форума ожидается 25 октября. Обмен опытом, мнениями, идеями будет проходить в трех секциях. Это работа военно-патриотических клубов, все, что связано с клубной деятельностью, клубно-патриотическое направление работы. А второе направление – это волонтерство при различных ситуациях. Волонтерство в спортивном сфере, волонтерство в социальной сфере, волонтерство при чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах. Второе направление работы. И третье, вот оно будет новое для нашего форума – это медиапатриотизм. Мы попробуем поговорить о том, как правильно работать, как правильно строить работу в сфере интернета, как правильно вести работу ВКонтакте, потому что в Фейсбуке и в других социальных сетях.